Что случилось? Не знаю. Вы впервые в Аргентине, верно? Впервые заехали так далеко на юг. Вы знакомы с Кизом, сеньор Деккерман? Да, мы встречались. У вас другой стиль, не так ли? Сеньор Девиль работает в частной банковской сфере. Она отличается от коммерческой. Не стоит сравнивать обычный рейс с частным самолетом. А ты? Каковы твои впечатления? Должно быть, Эрнан Кортес после высадки тоже был дезориентирован. Скажи, ты знал, что у Киза есть тут квартира? По всей видимости, он уехал внезапно. Это не в его духе. В календаре отмечена встреча, прямо перед его отъездом. Лазаро. Сделать скандуа. Это значит притвориться, что ничего не видел. Обожаю диалекты. Им пользуемся мы с мужем, некоторые кузены и люди из частной банковской сферы. Это что-то вроде кодовых слов. У меня скоро встреча в закрытом клубе. В каком? Добро пожаловать в оружейный круг, сеньор Девиль. Там собирается верхушка хунты, но все равно будь осторожен, сынок. Очень рад встрече, друг мой. Это большая честь, монсеньор. Кис совершенно спятил. Изображает невинность. Вы знаете некого... Лазаро. Азор. Молчать. Тщательно выбирать слова. Скажи, Кис попал в яблочко? Наконец-то нашли Эльдорадо. Ты заинтересован? Банкиры. Смотрите в кино.